Утром обязательно щи, ну или что-нибудь первое. И несколько. Ну что, привет, дорогие друзья, комрады, подписчики, подписчицы, зрители, зрительницы, случайные зрители, случайные зрительницы. Сегодня решил взять вас с собой в рейс. Не знаю, как он пройдет, насколько он затянется. Ну, чтобы мне было не скучно, мне с вами как бы... Я же говорил, что в камере как будто все вы, поэтому мне будет как бы легче. Вот, сейчас выезжаем утро. Пока в Ступино. Я посмотрел, если идти пешком, то за день туда можно легко прийти. Ну, а так, я думаю, не буду загадывать, это херовая примета. Сейчас включим музычку. Вот у нас колоночка. Все нормально. Ну, дальше я покажу, что взял с собой. И как бы все, надо выезжать. Я протру стекло, выйду и попрем. О, перешла на газ. Заводится на бензине, чуть поработает, переходит на пропан. Сразу лучше не ехать, иначе бензин будет расходовать в разы больше. Ладно, погнали. Посмотрим, как там по воде. Дворниками почистил, стало еще хуже. Они вот так работают. Но вообще еще хуже, короче. Подожди, будем что-нибудь думать. Это вот сейчас хорошо, рано познается. Вот еще один водоемчик, тоже его можно будет. Не знаю, видно там, нет. Проверить, изведать. Я просто еду, а мне ни хрена не видно. Походу моторчику хана и сами щетки менять будем. Вот этот пруд с кочечками. Тут Серега мне там один чел говорил, что раньше рыбу ловили. Ну и сейчас вон мужички сидят. Вот клин бельдин. Здесь мы тогда были с Саньком, вот это, когда ночью не видно было на обзоре. А так вон, все в кочках, блин. Или это ежи. Блин, дождик поливает. Вот решил эту щетку чуть подправить, подделать. Вот. Эх, природа, думал на обратном пути за грибки посмотреть. Но, может, и солнце будет. Вчера потом истекал, а сегодня дождь. Ну-ка, сейчас посмотрим. О! Ну-ка. Вот. В умелых руках и дело стелится. Ладно, поехали дальше. Уже 10-й раз останавливаюсь. То туда вылетает ее либо вниз, либо ехать с дождем, что нихера, сука, не видно. Падла. Хоть дождь чуть-чуть подутих, я подъезжаю к Зарайску. Но я думаю, вот эти вот видео из машины, из кабины, это дерьмо. Их лучше не снимать, лучше около ездовую херню, как мне кажется. То, что мы в Брянск ездили, я вот сам потом смотрел, ни хера интересно, вообще полное говно. Лучше я буду жрать, потом что-нибудь там говорить, рассказывать. Вон она, река, это этот... Круто, осетрик был уже или это тоже осетрик? Я не знаю, все возможно. Вон он. Вот он.
сука, дворник вообще не работает уже. Вон мужик меня ведет, навигатор отказал. Хер его знает, это вообще, блин, полная жопа, блин. Короче, мужик меня чуть-чуть сопроводил. Я вообще не в ту сторону ехал. Дворник задостал, дождь достал. Хоть вообще им не действует. И пиздает, блядь. Без навигатора делать нечего. Под колесо целое. И то радует. Вдоль кладбищ, короче, мне к понтонному мосту надо и через озера ехать, он говорит. Вон мужик поехал, вообще молодец парень. Вон на маленькой. Подсказал мне. Тут на Каширу по прямой, а туда на озера. Но он там объяснил, как въедешь перед администрацией односторонне. Блин, а телефон вообще, он не берет у меня навигацию. Даже сети нету. Что за говно, я не знаю. Навигатор сегодня придется покупать, блин. Так это вообще, это полная жопа по этим лесам. Вот они, дороги, и хер пойми. Сейчас подъезжаю вон к понтонному мосту. Ой, блядь, место высадки пассажиров, хериров. Вот он, понтонный мост. Как он выглядит? Река Ака. Ну, это наша река. Вот он, понтонный мост. Еду по нему. Место посадки пассажиров, там высадки. А если я один пассажир, мне что, надо было себя высадить, что ли? Все возможно, но это не точно. Вон лодки какие-то стоят. Короче, еду, хер бы его знал, куды кидрить его под коляску. Вон озерки появляются на горизонте. Все, повернул на это одностороннее движение, где разворот. Вон там я ехал оттуда. А вот храм Святой Троицы. Там был храм еще здесь на 7 километров Сергия Радонежского моего. Блин, ну я не знаю, если получится, на обратном пути обязательно заеду. Птички поют. Как говорят, свинья везде грязь найдет, а я везде лес найду. Вот они уже. Цветают. Там сосновые были, но там остановиться было негде. А тут он смежный такой лесочек. Но все равно чуть-чуть пройтись, ноги размять после всех этих стрессов, блин. Осталось, в принципе, немножко. Вообще класс. А вот. А тут вот уже и дубы какие. Грибов нету. Все думал, подотавники, а их нема. Ладно, поедем. Вот прям на трассе. Это около озер на подступьях к Ступино. У нас тоже места, я скажу вам. Не хуже, далеко не хуже, а может даже лучше. Меня тоже за душу берет. Природу люблю. Идет поезд. Пока переезд, я не упущу возможности перекусить. А, нет, вот, буженинки. Класс. Вот я куда-то Славы яйцам приехал. Не могу понять. Оказалось, вон куда ехать. Я там хоть проеду по грунтовым дорогам. Тут свалка какая-то. Масло им нужно. Охереть, короче, дороги. Ладно. Пру. Нашел какую-то стояночку тут. Пожрать. Блин, в Москву ехать, а мой телефон лыка не вяжет. Че, первым делом, наверное, надо съесть яйца. Они все-таки не на этих были. Вот колбаски вот эти очень вкусные. Блин, перцем отдало все болгарским.
Я его с солью люблю. Яйца. Не на шампурах, просто вареные. Вот так. Сейчас тоже с той жопы выбираюсь, мужик останавливает. Ну, едет на иномарке такой. Говорит, промышленный 5, я правильно еду? Я говорю, правильно, сам искал, блин. Такую жопу как найти? Да хрен ее найдешь, блин. Да, конечно. Блин, я уже сам себе вопросы задаю, сам отвечаю на них. Телефон звоню, неправильно набран номер. Вот как мне действовать дальше? Хер бы его знал. 10 раз уже позвонил. Но благо есть питье, еда. Эх, блин. Вот когда не все в порядке, тогда не все в порядке. Вот когда ты укомплектован, вот если телефон сломался вот так в дороге, все. Сейчас бы я на Москву поехал еще дальше заказы делать. А теперь я не знаю, что делать вообще. Как сделать, чтобы номер был правильно набран. Вот такие вот в дороге случаются сложности. Поэтому надо комплектовать все. Я не знаю, а при чем здесь телефон? Почему он же звонит? Короче, какие-то катаклизмы со мной в последнее время происходят. Но будем, как говорится, держаться. Вот церквушка какая красивая. А сейчас тоже там с охранником разговорились. Я говорю, дай позвонить. А у меня, оказывается, пакет. В тот раз я ездил, звонилось, а у меня лишние были еще там 200. А сейчас у меня, оказывается, там просто пакет. Документ. Фу, блин, каких мандавошек. Короче, пакет. Ну, вот этот пакет. Интернет, там, минуты, вот эти смс-ки. Он, короче, только по Рязани и Рязанской области. Вот. А я не могу ни хера дозвониться. Мне могут звонить, а мне надо что-то другое, значит, будет подключать. Вот, я у охранника говорю, дай позвонить. Он такой раз, у него высвечивается. Рязанск, вот, из Рязани, говорит, тогда звони сколько хочешь, говорит, я со Скопина. Вот. И он такой, давай, все. Начал отъезжать, мне машина заглохла. Затарахтела. Вот. А я ему до этого говорю, дороги у вас говно, говорю. Че споришь, говно? Он говорит, да я не спорю, говорю, я знаю, что говно. Начал отъезжать, он говорит, ну вот, у нас дороги говно, говорит, а у вас машины говно. Вот, в общем, все, еду назад, мы так решили, сейчас будем что-то там с Серегой думать, потому что, ну, смысл какой? Я туда хоть еду-то? Да вроде туда куда-то повернул, на Колхозную, мне опять надо, чтобы эти в озера, а уж с озер там свинья всегда дорогу найдет домой, я думаю. Поэтому еду домой, блин. Еды столько взял, блин, расстроился. Думал, блин, сейчас на Москву, там, в ночь еще куда-нибудь, чтобы, ну, поесть, хоть денежек подзаработать. А это, облом. Ну, что, такова жизнь, значит, судьба такая. Все, Ступино минул. А мне что здесь нравится, это вот природа у них. Леса, и вот виднеется там город, озера уже, вот мне вообще нравится вот этим работа такая, что, ну, ядрит его вдышло, третье все время у нас подхрустывает немного, работа такая, что как бы всегда все меняется, не то, что ты там на заводе одно и то же, изо дня в день, дома жена, дети сопливые, а тут романтика, как говорится, в принципе. Так что ничего, все нормально, едем. Ну, про детей сопливых я, конечно, зря сказал. Детей сопливых я тоже хочу. Я им уж куплю тряпку сопли подтирать. Вот смотрите, как тут у них круто. Коровки пасутся. Пойти подоить. А вот Плесецкий монастырь. Тоже, смотрите, красота какая. Там у них внутри времени просто нету, потому что, может быть, сейчас все уладим и в ночь загружусь, чтобы завтра куда-нибудь двинуть. Или в ночь куда-нибудь двинуть. А этот рязанский номерат у меня ростовский, поэтому он и спросил, ты с Рязани или нет. Блин. Класс. Башни какие. Интересные. Башни интересные, красивые, чудесные.
Вот тут мы как-то рыбачили, там водоемчик такой, но не тут, правда, а где-то там. Это... Кончаково. Вот я думал, как спрашивали, называется деревня, типа, кто тут главный был, купец, типа, конча, кого? Кого конча, я спрашиваю. Поссать надо. Вот тоже еду водоемчик. Блин, да хрена что, исследовать-то можно, во. Ну такие все, не маленькие, нифига. Это Павловская уже. Вороны. К покойнику. Блин, мне какие-то уже мерещатся. Вон корова еще стоит. Тут где-то мы в Маслово, что ли, рыбачили. Но это, наверное, дальше будет. Вот эта церковь в Гавриловском. Божьей матери. Какой-какой матери? Гавриловской. Бога матери. Аппаратик тот сдох. Пришлось купить другой. Ядрит его в дышло. Непредвиденные растраты. И вот такую вот штуку. Для зарядочки. Чтоб все было нормально. Блин, сейчас зашли к Сереге, пока я уже приехал. Сожрали пагиру, это такая круглая херня внутри, вообще это просто охереть. Ладно, поехал грузиться в две точки, а завтра ночью на Москву. Короче, в одной точке, блин, загрузился, весь мокрый. Эта штука, оказывается, вон она, смотрите, короткая. Я вон сейчас ручкой, типа эбонитовой палочкой, подогнул ту херовинку. Вот, вроде бы как... Зарядка должна пойти. Она разошлась, я ее просто посильнее подогну и все. А так тут оказывается не такой вот маленький, а побольше должен быть этот херовинка. Короче, вот дерьмово там, отходить отходит, но так пошерудя приспособить можно. Вот он загорелась, зарядка пошла. Бом-бурум-бу-бум, еду на вторую загрузку. Вот. Москву завтра, и вообще, когда в Москву, да, там дороги хорошие, но там херня, плохо. Тут дороги плохие, опять херня, опять плохо. И как быть? Вот, поля скоро засевать будут. Там уже сейчас дед ехал, уже картошку собирают. Старую, наверное. Короче, мне деревня Даниловка, что ли, какая-то нужна. Но где-то она замушковата. Телефон просто перегрелся и отключился. Вот. Такую погоду, блин, будет греться, будет тяжело. Но я так буду его включать, где я не знаю. А где знаю, смысл, в принципе, его включать. Вот так вот. О, куда привело меня нелегкое. Домики люди строят. Скоро и мы такой построим. Ядрит его под домик. Грузит, сижу с телефончиками, разбираюсь. Природа. Ну, у меня тут тоже одна деревня есть, чуть дальше, и там чуть лучше. Вот так вот, ребят, вот такой был день моей рабочей жизни. Если вам понравилось, ставьте лайки, будем снимать еще. И, кстати, если вам нужны доставить груз, вы знаете, куда обратиться. С вами был Евгений Кузин. Пока. Блин, сука, не снял. Лису прям передо мной бежала, а я не снял. Кстати, на дворнике я понял, в чем дело. Там вот на этой херне вот эта вот штука зажимная, она лопнула. То есть надо просто менять щетку, а механизм в порядке. В общем, ладно. Но это был такой денек, а бывает, что там и в ночь оставаться, там что-нибудь жратвы побольше, дальше я и готовить буду, я себе этот куплю плитку, плинтус, фу, блин, примус, или газовую горелку, блин. Вот, так что я не знаю, ну так вот, хотел с вами поделиться, вы спрашивали, что там, где работаешь, как работаешь, вот, вот как-то так. Так что, ребят, теперь все, едем домой. Время, ну, я не знаю, часов, наверное, но вам это надо знать, ну, часов 6, вот так вот, 5.
главное, под контролем.